Всем привет, друзья, с вами Роман Стелс, и мы продолжаем проходить Spider-Man Shattered Dimension. Итак, у нас второй акт. Уже прошли мы Сэндмана, песочного чувака, за Amazing Spider-Man, и теперь переходим к вселенной Человека-паука Нуар. И здесь у нас будет, скорее всего, стервятник, потому что, я не знаю, чисто внешне мне кажется, что это стервятник. Пойдем посмотрим. На нормале. Гоу. Столсятинка должна здесь быть, по сути, в Нуар-человеке-пауке. И это, в общем-то, хорошо. Это мы любим. Новые абилити, тыры-пыры-трали-вали. Там что-то написали про комикс, про какой-то, я что-то не почитал. Ну ладно, не суть. Смотрим катсцену. Circus geek who grew to love the taste of raw flesh, like his namesake. Call him Adrian Toomes, call him Vulture, call him whatever you want. I'll always call him the bastard who killed my uncle. And not just killed. Hungry. What's the matter, Toomes? No humans around for dinner? You can't escape me, coward! Во как. Ну все, собственно говоря. Собственно говоря, и начинаем. Один готов. Так, keep enemies sight, hide in shadows, wait until the alarm settles down. О, ладно. Все, они меня не найдут. Опять подтормаживает игра. Опять по непонятным мне причинам. Раньше такого не было. Ну нажал же тейкдаун. Вот. Так, 5 тейкдаунов сделать. Мы пришли оттуда. Здесь еще раз, два, три чувака есть. Эмблем я пока все равно не вижу. Всяких паучков тоже не вижу на стенах. Тихо, тихо, тихо. Довольно быстро справляемся с этими делами. В принципе, тут стелс такой. No way I can swing there. Простой стелс на самом деле здесь в Спайдермене. Но это не значит, что он неинтересный и скучный. То есть, в принципе, играть в это можно и весело, почему нет. Я на самом деле не сторонник того, чтобы стелс был очень задротским. Он должен быть в удовольствии. Потому что, например, в этом самом, в Metal Gear Solid, в том же самом, в моем любимом, там очень все хорошо со стелсом. Он там в меру хардкорный и в меру аркадный. Бывают там, конечно, моменты жопные, которые думаешь, да как так, да как я там спрячусь, да как я пройду, да как я что, да сколько тут нужно сидеть ждать, чтобы всех там незаметно офнуть. Но в целом нормально. Ну а здесь вообще все просто. По сути, тут и сирена особо долго не... Господи, свои тени только что испугался. Что-то эмблемок вообще мало, на самом деле, встречается мне. Это плохо.
Так, один есть. Второй тоже есть. И третий. В чем дело-то? Че так просто? О, вот это уже что-то. Куда ты пошел? Вот куда? Давай, в тень. В тень прячемся. Во тьму. Как так-то? Во, мы как стоим. Так никто не умеет. Так, ладно, все, по карнизу. Не успел. Да как так-то? Вот ты меня прям бесишь. И всем насрать, то есть я по ним бью? Это ничего не значит. Ну нет, это уже какая-то вообще несерьезно. Вот это уже несерьезно. У меня жизни нет вообще. Вы посмотрите, что происходит, до чего я себя довел. Так, ладно, надо верхнего снимать, короче. Он прям вообще проблемы доставляет. А все из-за этого фонаря большого. Вот что я понял. Паутиной пользоваться нельзя, ничем пользоваться нельзя. Ну ладно. У нас и другие есть варианты. Господи, камера. Ну в смысле? Блин, я, конечно, отрегенился, но какого хрена? Я же там ползу, там же нет ничего. Еще игра лагает. Так, ромашка стал начинать нервничать, короче. Это до добра не доведет. Да ебаный свет, блядь. Ну вот он стоит спиной. Че, не можешь вот так же паутиной захреначить, как ты обычно делаешь, когда они не это? Ну, наконец. Теперь вон тот черт, который нас постоянно замечает. Слезай, слезай! Наконец-то, мать. Ну что? Вот. Странно, почему нужно было так близко подходить. Им виднее, разработчикам, Activision'у. Так, он, блин, как все лагает, да почему? Игра гребаного 2010 года. Как ты можешь лагать? За счет чего? Я даже поставил не максималку, я поставил среднюю графику. В итоге Дэдпул не лагал, ты лагаешь. Ну зачем ты так со мной? Здесь, походу, махач будет массовый. Да, видимо. Вот сейчас. Почему все лагает? Ну что здесь такого? Тут два цвета нахрен в этой игре. Да не может быть из-за цветов. Бесит. Я так не смогу сыграть на нахрен.
ёб твою мать, прям ну что ты? Почему? А теперь нормально. Не, ну это, короче, какая-то, это какие-то траблы, короче, с игрой. Вот как так? Вот за счет чего она тормозила? Объектов много было? Нет, вот сейчас столько же объектов абсолютно. В чем причина? Вот это было красиво. Вот это было красиво. И надо было обязательно лагать все это время. Ах. К самой игре нет претензий. Есть претензия к моей версии игры. Почему она у меня такая вот... Вот что происходит, блядь? Почему она у меня такая лагучая, я, конечно, не знаю. Ой, сколько тут всех с автоматиками. Ну все, будем действовать во тьме. В смысле, я что-то не пойму, что происходит. Что-то меня заметили, начали по мне стрелять. Я вроде в тьме был. Ну ладно. Вот она, комбачелова-то. Почему она не куплена? Я вроде покупал. Бай. Grab Swirl. Юх! О, неплохо. Web Slam. Так, а что надо сделать? А, если, короче, кто-то попал в воздух, можно шлепнуть его об землю. Ну, здорово. Хочу. Ну, Noir Wild Wind Punch и Heli Kick. Ух ты, нифига. Ба-ба-бам. А есть у нас что-то для Человека-паука? Вот, есть, да, Amazing Web Cyclone, а мы не пользовались им. Ну ладно, еще успеем. Так, что я взял-то в итоге? Я взял прокачанное комбо, и я взял... Мы можем вот отсюда задамажить чувака. Замечательно. Все, превратилось все в аркаду. Как так? Да как так-то? Ладно, ждем. Во, можно тейкдаун. На! Чё ж мы раньше этого не делали? Оп, фак! Да в смысле? Да как он там... Щуки. Через низ? Нет, не через низ. Через вверх пойдем. Так, минусанули. Вот здесь что-то прям совсем запалит меня, походу. Да. Vulture seems creepier than usual. Yeah, and that's saying something. I didn't think anything could scare him. He's usually the scariest thing around. His breath always stinks too. Yeah, what's that guy eat? Never seen Vulture like that. He was sweating bullets. Yeah,
And anything that scares a guy like that scares me. The spider wants to muscle in on this action. He's messing with the wrong gang. I'll fill him full of daylight. It's nighttime. Same principle. It doesn't sound as good, though. I'll fill him full of nighttime? Exactly. See, this is why we're just goons. Because we have stupid discussions like this. Reinforcements, huh? I'll take down every thug in this town if I have to. You're all about to get struck, speechless. Вот. Здесь-то ничего не тормозит? Или опять тормозит? Нет, все нормально вроде. Какой интересный прием. Я, кажется, понял, из-за чего тормозит, по-моему, из-за взрывов. Я тебя понял, спокойно. Ты сам же своего друга только что гранатой задамажил, ты в курсе? Далеко улетел. На! Неплохо. Кстати, хороший стиль все-таки тоже у нуарского Человека-паука. Чисто руками. Ух ты, это что такое было? А, опять эти придурки с гранатами. Что-то я забыл все приемы уже. Во, стомп точно, он же у нас есть теперь. Да что ты будешь делать? Да я не могу. Подлагивания еще какие-то тоже из этих гранат. Все заебали, блядь, буду убивать просто. Че я пробую приемы все? Лежать нахрен! Ух, отбились, блин. Ну, кстати, не это самое. Не просто оказалось. Я, конечно, недостаточно скилловый для этой игры. Я просто видел, как некоторые ее прям тащат, прям вообще там без единого удара по ним не проходят. Они там очень уж наловчились за 6 лет, играя в нее, видимо. Вот, ну, может, они просто у них руки лучше работают. Ну все, стервятник, сразимся. Понеслась. Вот опять лаги, какого хера? Ёб твою мать. В чем причина? Уровень загружается. Могу? Могу. А толку-то, что я могу? Time to flip this bird. Так, где эта веб-старуха, которая подсказывает, как драться с боссами? А то я все ящики на него потратил! Он быстр. Я теперь понял. Назад.
Он там хватается за голову в какой-то момент. Вот. Можно оттачить его. Ух ты, нет, он же там загнулся. Можно было хорошую комбу провести, а я вместо этого хреначного в него. Это что такое? Я это понял, но где он? Кажется, я понял. Вот здесь есть прожектор. Где он? Вот он. Да блин, ты вот, ну нажми. Он не там, он не там. Нужно брать прожектор, вот, да, который он... Где он рядом? Ух, ой, хорошо саданул его. Где он? Внизу, понеслась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот куда ты кинул ящик, скажи? Ох ты, ё-моё. Нет, я, конечно, ему врезал, но я... Выше, выше, выше. Выше, он выше. На! Кидайся, кидайся. Больно кидаются эти двери со своими сраными. Попадаю, не попадаю. Бесполезняк уже. На! Назад, 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 назад. Где он? Хорош. А, все. Я думал, еще разочек. Ну, ладно. Это первый файт с ним. То есть это еще... Он еще не под этим. Не под фрагментом. Проблема. А, я не в ту, не в ту, не в ту сторону. Вот оно как значит. Ну ладно. А где? Где все? Так, поездочек, поездочек. Давайте включим, да, наш Vision, наш. Туда нам нельзя, что ли? Что-то не пойму. Можно? Ну, в чем проблема? Здесь даже паук скрытый. Вот, что-то я нашел. Куда тебя понесло? На каком основании? Еще выше. И выше. И выше. Ну да, я тебя понял. Вот они. Раз, два, три, четыре чувака. Втихаря, втихаря к этому подбираемся. Why are you bothering me, Can't we work out some kind of deal? Sure, I get the rock, you get life in prison. You don't know who you're messing with. Oh, I know. I just don't care. Ладно, нам в любом случае на свет выходить. Let's see you do this!
I've got to get those people to safety. Почему она тормозит? Я не понимаю, почему. За что? За что она так со мной? Так, это стервятник, это его тени. Кстати, красиво. Вот, нечего сказать, красиво сделали игру. Так, один есть. Где вообще народ весь? А что, я тебя не могу вофнуть? Вроде... Должен помочь. Да, нормально все. Подождешь. Сначала надо зачистить территорию. Так, это раз, два, еще вот там два чувака, и потом мы сразу вот этих троих, в принципе, и освободим. Все вообще проблематично. Попробуем отсюда поснимать. Да, работает. Так, твоя очередь. Так, и наконец ты, пеший чувачок. Ну ё-моё, камера, прошу тебя. Пиздец. You don't look so good. Looks like I got the drop. You creeps better let me go. I know Norman Osborn. Так, раз, два, три. Три чувака мы можем спасти, подожди. Раз. Два. А третий где? Я же для третьего тоже что-то зачищал. Рай, разве нет? Да, меня увидят. Ну ладно, не беда. Хрен с ним, пока с этими разберемся. Куда тащить? Где у вас сейфти зон? Да, вижу. О, в принципе, недалеко. Свободен. Так, ну кто меня там обидел? Вот эти чуваки меня заметили, да? Хорошо, это хорошо. На, вот это, блин, это вот это классное добивание стелсовое. Крутая штука. Так, девочка свободна. Девочка, хотя не знаю даже, можно ее так назвать. Выглядит взросло весьма. Так, ну первый сейчас уйдет. Уйдет? В чем про... Да что ж такое-то? Это тоже красивое добивание. Так, а вот здесь... А, это светящиеся штуки. Может быть, отсюда я смогу кого-нибудь добить? Нет? Сколько их тут? Ох, нифига себе. Сколько их тут вообще? Четверо. Я думал, трое, кстати. Мог сейчас сфейлиться. Весьма обидно. Нормально все. Готов. Во, хорош. Так, и на паутине доставляем
в точку сброса. Выброса. А, все. Ну давай. О, началось. Правильно все сделал, ну чё? Бум! Да, хорош, красава, красава вообще! Ой-ой-ой, нет, это я не хотел, я хотел ящик. Вот, вот. Так, ты меня уже затрапал, слышь ты. Кто ты там? Есть по жизни. Офнулся? Ну да. Или нет? Пошел. Боевка классная. Нечего сказать. Вот в Человеке-пауке, вот в этом, боевку сделали очень здорово. Ой-ой-ой. А, надо было назад отбегать, а я? Так, ну Голиафов мочим голиафски. Ух ты! Ну, кстати, друг друга еще дамажат. Ой-ой-ой-ой, а мы, кстати, увернулся, здорово. Готов один. Ах ты. С этим я что-то спешу. Спешу разобраться. Может, ящиком уже? Но не пришлось. Есть. Все, хоть игра перестала лагать, уже хоть какое-то вот реально удовольствие получаешь от этих махачей и от всего. Это что такое? Это лаги. Так, ну с огнем, я так понял, не дружит игра вообще. Если какие-то взрывы или что-то яркое, то все, в игре сразу лаги начинаются. Кого? Где он? Где они? Где они? Вот, один вижу. Беру. Где выброс? Выброс где? Нашел. Свободен. Где люди? Люди, люди нужны. Вон он. Стоп, куда ты? Ну, Спайдермен, господи. Взял. Ой, ну куда? Паутиной пользоваться нельзя. Камера работает вообще замечательно.
пизду вообще, ну просто бредятина. Вот это вот, вот это мне не нравится, когда вот такая херня начинается. С тобой ясно. Следующий, следующий здесь. Либо на следующем этаже. Вон он. Хватаем. Его нужно отнести туда, но там все завалило. Поэтому мы, наверное, пойдем через что? Здесь мы можем пройти? Можем. Здесь тоже можем. Короче говоря, постараться как-то не спешить и идти через верх, видимо. Этот хер там кидается своими херовинами. Я не вижу ничего. Как я вам буду это все дело спасать? Так, все, пошел. Мы наверх поднимемся или так и будем здесь бегать по этажам? Куда идти-то, мать твою, налево? Я не вижу. Ей-богу. Вот здесь наверх можно. Ништяк. Так, ну допустим. Хорошо. Спешить не будем. Три чувака всего спасти. Так что разберемся с этим как-нибудь. Нетерпеливый я просто, на самом деле. Чё тут? Чё греха таить? Ну и куда тебя сбагривать? А, в принципе, близко. Всё, гуляй. Так, ну а мы идем за стервятником, наконец-то. Я так думаю. На! За ним. И, конечно, невозможно играть с лагами, но у меня нет другого выбора. Игру мы пройдем в любом случае до конца. Чем бы нам это не стоило. Поэтому, дорогие друзья, я и люблю консоли. Потому что вроде бы у тебя и комп мощный, и все с кайфом. А хрен лысого. Все равно игра тормозит по непонятной причине. Ну вот, блин, потому что это комп. На консоли бы такого дерьма не было. Может быть, согласен, графа была бы чуть похуже. Да и насрать. Мне главное, чтобы процесс прохождения был интересен. Остальное это уже... Все равно YouTube, он как бы режет качество графики, допустим. То, которое у меня записывается... А, ёб твою мать, началось, пап, ты пиздился. Да тут паука нашел. Че, я этого затэкдаунить не могу? А, видимо, пока аларм работает, видимо, не могу. Кстати, у нас 61... выполнен. Нам можно жизни качнуть себе, да? Или нам нужно 65? Я вот здесь вот нихера не прошел, да? За Нуарского. А нет, что-то пооткрывал даже чуть-чуть. 65 нужно, я знаю. Да, 65. Еще 4 челленджа выполнить. Надо хотя бы их чекнуть, что за челленджи есть. Так, ну это временной... Так, Prefer Petrol Papa without touching the ground in the first area. Это мы не сделали.
Swing 5 times in a row without touching the ground and without being spotted. Ага. Тоже можно было сделать. Wall takedowns. Вроде мы делали, странно. Hit 5 enemies with charge attack. А у меня нет charge attack. То есть я ее не купил. Ладно, тут дальше какая-то херня. Непонятная. Я этого что, не могу затэкдаунить? Я что-то не пойму. А, нужна спина обязательно, я понял. Так, сидим в темноте. Хорошо, будем с... Ну нет, ну не с потолка же. Господи, камера! Так, еще один очень большой минус. Вот, по крайней мере, когда играешь за Нуар, Человека-паука. Это камера, когда ползаешь по стенам. Она, я думаю, она и в других, как бы, вариациях паука тоже имеет место быть проблемной. Вот это вот ты что, не можешь завалить, что ли? Вот это странно, конечно. Это вообще на тебя не похоже. Ладно, надо сначала сверху всех забрать. Я так думаю. Слезь, пожалуйста, спасибо. Ты слез? Ну ты же вот уже, ты башкой уже в земле. Да как так-то? Ёб твой! Господи... Эта игра сведёт с меня с ума просто. Нет, вот самое интересное, что она хорошая. Игра-то хорошая. Но вот эти моменты, блин... Всё, попался. Сколько? Раз, два ещё. Два чувака. Сейчас только отвернется, я сразу его офну. Самое главное, жалко, что здесь нельзя, как в Batman Arkham City. Вот запалили тебя, но ты все равно в рукопашку положил чувака. Да, остальные как бы увидели, а вот... Тот, кто тебя запалил, что, неужели его нельзя в рукопашку захреначить? Так не бывает. Должно быть, можно. Я-то на свет попаду, но он тогда отвернется. Он отвернется. Может, я его отсюда смогу забрать, нет? Не, не смогу. Так. Ну все, теперь им... Эмблемки собрать я хотел, ага. Так, все, он сейчас пойдет, настучит. Он увидел то, что тут всех перехерачили. Мы. Вот здесь дверь открылась, да? Да-да-да-да-да. Все верно. Во, нашел еще паука и нашел еще эмблему. Это хорошо. Это хорошо. Вот, теперь сюда. Врагов не наблюдаю, кстати говоря. Видимо, сейчас наблюдю. Вот мы втихаря идем. Во тьме. Надеюсь, в любом случае на свет выходить. Как ни крути. Я прям слышу, прям вот прям вообще рядом. Пришли. No.
too late! Vulture! Where are you, you piece of trash? Вот он теперь, да, под фрагментом. Я теперь не знаю, как мы будем дальше. Ты хреначиться с ним? Ух! Ну, думаю, что-нибудь придумаем. Ух! Хрена лысого тебе, понял? Давай бороться. Хорош. Ну а теперь сразимся. Оп. Началось. А я могу? Как с коктейлем Молотова? Подожди, надо что-то это чекнуть. Там что-то было про коктейли Молотова. А, я понял. Хорош. Получилось. Только это его не задамажу. Ух! Не задамажило, правда, его это, но... Где он? Вижу. Ну, тоже весьма интересный босс-файт получится. О, как это он так исчез? А, я понял. Здесь его просто, видимо, нужно дамажить. Ох ты! Here's web in your eye. А, нет, надо, чтобы он сел на один из этих. На, кстати. Ну я ему врезал, врезал, конечно. А, все, можно его мочить-то, в принципе, когда он кидается коктейлями Молотова. Где? Вижу. Remember, Spider-Man. Vulture hates being in the light. Это я помню, помню. Come on, what you got? То, что ненавидит находиться в свете. Buddy, you're strictly Section 8. Бам, 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 бам. Ух ты! Что-то я не заметил в последнее время. В последний момент. I'm sick of your garbage. Ух ты, си-си-си. Ух ты, ничего, он и правда быстрый стал. Надо вниз его тащить. Не вижу его. Вижу. А может... Вроде я ему врезал. Ух ты! Спешу, мне кажется, спешу много. Yeah.
Ага, все. Тут, конечно, ослепление ничего не дает. По сути. Ну вот он ослеп, и что? Вот он пропал. И сейчас он начнет меня дамажить. А нет, сейчас можно ему нормально так это, зачехвостить по морде. Вот с прыжка очень хорошо проходит комбо. Не успею, наверное, не успею. Или попал? Чё-то я даже не понял. По-моему, попал. Так, и все, следующая комбо я ему сделаю, наверное, голиафовская. Бам! 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 Готов, практически готов. Все, хреначимся против него. О, я же нажал, как интересно получается. Так. Есть, увернулись, хорош. Бьем морду, бьем морду. На-на. Ушел. Osborne's next. Так, заполучили фрагмент. Отлично. Level clear, и это было долго. Это было долго, дорогие друзья, вообще. 45 минут. Ну, нормально, нормально. Мы так, конечно, посидели здесь, поиграли. Ну, в общем, ладно. Так, ну чё, следующий уровень тогда у нас. За Человека-паука из будущего. 2099 год. Против Скорпиона будем махаться. Вот здесь игра будет, по ходу дела, лагать ещё больше, чем здесь. Ох, не хотелось бы, конечно, этого дела мне, но... Куда деваться? Игру да пройти надо в любом случае. Да и потом она мне нравится. Она мне нравится, и с удовольствием. Просто вот лаги, конечно, из колеи выбивают. Ладненько, с вами был Роман Стелс. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде прохождения игры Spider-Man Shattered Dimension. Не забывайте подписываться, ставить лайк. И до скорых встреч. Пока.